15 армянских паломников в воскресенье смогли посетить монастырский комплекс Дадиванг, сообщает в понедельник пресс-служба Минобороны России. Отмечается, что паломники допускаются на территорию комплекса в сопровождении российских миротворцев. Для обеспечения безопасности один из наблюдательных постов российского миротворческого контингента расположен в непосредственной близости от архитектурного комплекса. Дадиванг является одним из древнейших христианских монастырей Армянской апостольской церкви и расположен на территории Кельбаджарского района, который в соответствии с трехсторонним заявлением перешел под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года, говорится в сообщении Минобороны России.